Доброе утро, мои дорогие. Вот что-то у меня набралось жемчугу много. И цветного, и белого. Много имитированного. Много искусственного. Ой, ну вот что натворила. Кот сразу помчался бусины ловить. Вот, много искусственного, но прилично и натурального. Так, это все искусственный. Вот это вот весь натуральный. Но он весь винтажный. Прям винтажный. Много бусин уже пошорканных временем. Вот, и я так подумала, что надо заняться, перебрать все это дело и сделать из всего этого одно украшение новое. Вот. У меня сегодня очень тяжелый день. Я пытаюсь отвлечься. Чем отвлечься? Работой. Сегодня у меня 2 года, как ушла моя дочка. Вообще весь ноябрь был тяжелый. Я вот, честно говоря, через силу смеялась там в видео. Прям через силу. Вот. Потому что самый тяжелый был последний месяц. Намучилась бедная, ужасно. Вот, а так как она год лежала, сами понимаете. Вот, и у меня вот теперь каждый год у меня, ну, понятно, что всегда тяжело, но последний вот этот месяц просто очень тяжело. Вот, а 7 декабря она вот 2 года назад ушла. Вчера разговаривала с сыном. Он сегодня съездит на могилку к ней. Помянут ее. Так что... Тяжело. И хоть и говорят, что время лечит. Ничего, но не лечит. Ничего. Так, ну ладно. Короче говоря, хочу я вот собрать на цепочку бусины вот с этими морскими звездами. Не знаю, посмотрим, что получится. Самая кропотливая работа, то вот каждую бусинку надо вот на такой пин одеть, закрутить, прикрутить. Больше всего времени уходит на такую работу. Ну ладно, в процессе я вам покажу, что получится. Что у меня получится? У нас такой холод, девчонки. Уже 3 дня, наверное, или 4. Ветер ледяной. Ужас. Вот сегодня ночью было -1, днем +3. Но ветер просто вот весь дом выдувается. Прям хоть печку топи. Но у меня есть такая... типа буржуечки. Но топить не хочется. Знаете почему? Потолки натяжные. Они от печки темнеют.
А мыть их я не могу, как сказать-то, не могу кверху головой и кверху руками. У меня начинает кружиться голова, и, в общем, поэтому я стараюсь не топить печку, но полы теплые не очень помогают. Холодно, да. Ну что, мои хорошие, собирала на цепочку, не понравилось мне. Решила все-таки на тросик вот так вот собрать. Ну, по-моему, симпатично получается. Ну, вот еще вот не знаю. Вот хотела подвесить вот такую ракушку, ну, посредине. Ну, вот не знаю, стоит или нет. Напишите, как вы считаете. Я пока не буду до конца все это собирать. Ну, ее на колечко, чтобы она там была. Вот напишите. Одна голова хорошо, а 400 лучше. Или так оставить, или все-таки подвесить вот такую. Сейчас сходила, достала Алинкина фотографии. Вот 2 года я к ним не прикасалась. А сегодня так захотелось посмотреть на нее, как она улыбается. Пошла, достала. Сейчас вам покажу. Как несправедлив этот мир. Родители не должны хоронить своих детей. Молодых, стройных, красивых. Не должно этого быть. Это они с Сашей, с младшей на колесе ободрения в Мурманске. Давно это дело было. У них разница 14,5 лет. Так жалко. Такая умная, образованная, красивая. И вот так рано ушла. Зачем мы переехали в Крым? Я так жалею. Вот ни о чем в жизни не жалею. А об этом так жалею. Я уверена, что если бы мы жили в Мурманске, она была бы жива, и все было бы нормально. Теперь вот что остается? Только оплакивать ее и все. Мои дорогие, берегите себя и своих близких. Потому что это невыносимо. Не могу смотреть. Но уже ничего не поделаешь. Царствие тебе небесное, Алиночка. Вечная память.